И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы продолжим наше путешествие, хотя, конечно, я бы не хотел продолжать, я бы хотел бы отдохнуть. Но запасные серии закончились по выходу, точнее по записи. А болезнь никуда не уходит, поэтому, ну вот, приходится как-то все это дело... Да, надо будет еще один алтарь, да, апгрейдить. Надо будет все это дело как-то записывать. В общем, да. За последние дни, что я не записывал, вышли видосы о том, про чистку, как там, Байрокбай вроде бы, так называется канал, он выпустил пару видосов про чистку, так стали появляться, но такое ощущение, что Conan не сильно популярная игра, поэтому не сильно там много информации по этому всему есть. Вот, как я уже сказал, это я все буду вот это переделывать, но пока у меня вот так, у меня ни сил, ни настроения не было заходить в игру. Вот, скажем так. Что сегодня пойдем? Да, я, кстати, знаю, что можно вот эти вот предметы перерабатывать, с них ресурсы получаются. Я не знал, что именно звездный металл с них получается, но как бы да, можно с них получить. Кстати, вот особенно вот это мне точно нафиг не нужно. Давай посмотрим вообще. Они, по идее, должны быть стаком. Кстати, да, вот тут каркас щита не перерабатывается. И куда я тебя кинул-то? Хубана! Не, видишь, то есть как бы они вот, ну, какие-то предметы перерабатываются, какие-то нет, но это как бы все фигня. Ладно, на этом мне пофигу как-то, как таковое. Сегодня мы пойдем... Что у меня здесь? С неделю, пожалуй, не заходил в игру, а может и больше, я уже не помню. Да, вроде бы с неделю, сейчас 30 сентября. Примерно неделя. О, прогрузился. До этого он не хотел грузиться. Здесь появляется испытание, также можно бы его пропуск проходить потихонечку. Даже, я бы сказал, нужно проходить, потому что все-таки халяву дают. Какую-никакую. Вот мне красивый сундучок дали, что тоже довольно-таки неплохо. То есть халяву все-таки дают. Кстати, да, ядра стали перерабатываться. Я те старые ядра переработал. Это же, конечно, хорошо. Так. Мы пойдем сегодня на затонувший корабль. Так, следовать за мной. Да, вроде как все есть. Только что там? Ага, вода есть. Еда надо взять. И можно все это дело выдвигаться. Кстати, а что у тебя с едой? Вкусная кажется, это, конечно, хорошо, но давай еще такую возьмем. Все-таки на отхил тоже будет хоть что-то. О, и давай хлеб возьмем. Че, зря его выбивал, что ли? Хотя нет, вот. Не, нормально. В общем, куча супа взять. Он вроде бы восстанавливает еду-воду. Ну-ка, еда-вода. Да, еда-вода восстанавливает, и отлично. Да, я просто... Так, ладно. Куда нам нужно идти? На пристань? Вот это примерно отметка туда, куда мне нужно валить. И вроде бы телепортируемся вот сюда на глаз дракона. Так, погоди-ка. Да, вроде бы вот это вот глаз дракона и есть. Да, это вверху. А это внизу. Да. Вот на это лодочка. Собственно, как я и отмечал. Здесь нажмите Е, чтобы использовать. Выбрал. О, весло. Прикольно. Ну-ка. Вот на, весло. Ну, типа, наверное, оружка. А, черт его знает. Вот, ну, это не важно. Самое важное, что если вот сюда подойти, в затонувший город. Нажимаем и перемещаемся в сам данж.
Я эту информацию видел на Вики. Вот. Там просто скринчик и это. Прикольно. Мини-карты показывают черный экран. То есть мы где-то вообще тупо, короче, за картой находимся. Прикольно. Ладно. А, ну да. Сорян, если будут какие-то тупки с моей стороны, ну... Интересно. Так, ладненько. Так, там музыка не громко? Не, не громко. Все отлично. Вот, найдите затонувший город. Отлично. Но у меня это... это высветилось. Осталось только осмотреться. Интересно, это надо запоминать или нет? Типа вверх-вниз. Ну, допустим. Я надеюсь, что это не надо как-то запоминать. Ага. Ну, здесь... здесь по-другому. Ладно, допустим. Пофигу, погнали дальше. Да, это просто обычные рисунки. Я очень на это надеюсь. Я хочу осматривать абсолютно все. Вот эта вот дотошность, это... Кто-то скажет, ну да зачем? Но мне пофигу. Я хочу осматривать все. Почему? Потому что я хочу найти все. Желательно, точнее, найти все. А вдруг здесь какой-то сундук валяется с каким-нибудь говном, мне нафиг не нужным. Но я такой, о! Я нашел сундук. Можно вскарабкаться. Отлично. Вот это супер. Вот про это я забыл, что здесь нельзя карабкаться в данжах. Окей. Благо недалеко. Надо быть внимательнее. Высший смотритель. Да ты серьезно? Я убрала ручку. Ой, господи. Так. Здесь у нас стрелы. Ну, во. Чучело ягуара, допустим, жемчужина тоже неплохо. Угу, разделаем вас. Спать к нему. Так. Так, вот. Я подхожу. Так, ну-ка, отойди. Стоять. Ну. Меня это... Слышь, игра ублюдочная, ты меня бесишь. Так, погоди. Прекратить следовать. Вот. Нажмите Е, чтобы использовать. Я тупая... Оу. Я тупая игра, нажимаю Е, чтобы использовать. Алло. Мать твою за ногу. Чтоб тебя тварь калась. Вот. Вот теперь... А почему ты здесь отображался, когда нужно было вот сюда подойти? Типа, я вот лемурийский топор изучил. Окей, вот это уже неплохо. Харский, а вот лемурийский. Прикольно. Ладненько. За мной. Есть что? Да вроде бы ничего. Погнали дальше. Алло! За мной идешь? Красава. Там просто это... Был, по ходу дела, приказ стоять. Поэтому стояла.
Иди ты будешь? Оп. Отлично. О, трофей. А, окей. Нужно больше трофеев. Я стал... Да ты тупая имбецильная тварь! Это просто меня бесит это. Вот какого хрена этот тупой отродье вот туда убегает? Ну так-то, ну раньше же такого не было. Ты чё так-то сейчас тупишь? А здесь их было сразу двое? Окей. Ну, он там что-то пытается базарить. А я сейчас не в состоянии думать, это... Добей. А можно было добить до того, как он меня ударит? Спасибо. Так. А нах... Нафига вот это... А, ёп. Так, выбросил лишнее говно. Но я задался вопросом. А куда мне идти? Дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну я внизу вижу людей. Отлично. Значит, идем вниз. Так, пофигу. Тропинки не вижу, погнали сюда. Вот. Будем считать, что я нашел тропинку. Я опять убрал этот. Спасибо за помощь. Лемурийский меч. Так, не это. Вот это. Хватит собирать хлам. Так. Ну, допустим. Кстати, точно. Раз уж я подобрал и... А, это вытяжки из алоэ. Хотя, пускай у тебя будет. Использовать вот это... Использовать... А, ну да, больше я ничего не брал с собой. Мне что, надо плыть? Ой-вей! А ведь точно! Ну, логично же, затонувший город. Надо плыть. Так, это у меня что получается? Вот здесь, да, нужно было вот это вот копье, которое я постоянно с собой таскал. Так, ну лук мне точно под водой не пригодится. Так, на что-то у меня... Ага, вот. На С нырнуть. Ну, это у меня. Точно, точно. Если я правильно помню, то это здесь нужно по всем вот этим вот пробраться. В общем, в каждую заплыть. Посмотреть, что там да как вам. О, ты конкретно за мной плывешь. Супер. Так, вопрос. А, нет, это просто текстура. Наверное. Хлобысь. Ну, он опять рассказывает историю. А можно мне это? Туда пробраться и замочить? А, во, всего-то надо было нажать, дебил. И замочить всех! Уёб твою ж за ногу!
Я водяной! Я водяной! Это что, лемуриц, что ли? А, нет, это... А, это у... уже, типа, бафнутые последователи. У них у каждого трофеи рыбы. Ужас. О! Табличка Даркета? Ну, допустим. Пусть будет. Кстати, интересно, а вот... А их раз... я разобрать могу? О! Слушай, я помню, это что-то чешуя для чего-то была нужна. Только я не помню, как ее нужно разбирать. Точнее, чем ее нужно добывать. Здорово, жирный! О, табличка. Ну-ка. Канает. Дочь догона. Ну и уродина, если честно. Я, конечно, это не ценитель красоты, но что-то мне подсказывают, что это не очень выглядит. Опять табличка. Так. Дыхание догона. Интересно. А, зелье, позволяющее дышать под водой. Прикольно. Если вы его еще можно, если что, выпивать под водой, то это вообще кайф. Так, ну здесь я смотрю, больше ничего нету, да? Ну да, вроде как ничего нету. Погнали. Так, сразу же бьем, берем копье, чтобы плавать было удобнее. Главное запоминать, куда я уже ходил, куда я не ходил. Чтобы по второму кругу не гонять. Ой, 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 а чё ты такой жёсткий? У меня, конечно, вопрос. А где эта контузия моя? А, вот ты где. А мочить его будешь? Красава, спасибо. Не, я как бы и сам справился, вопрос больше в другом. Почему так долго? О! А, нет, это каша с медом. Бивень мне точно не нужен, ладно, пофигу. Так. Сундучки, сундучки. Опа, да? Это я что-то сломал, типа, что ли? Ну-ка, погоди-ка. Точно! Они ломаются. Кайф. Ладно, хватит. Куча-куча-куча золота и серебра. Куча золота и серебра, это хорошо. Хм, интересно. Ну, слушай, мне эта комнатка однозначно нравится. Ой, ёп, твою ж за ногу. Сколько всякой гадости у меня в инвентаре. Кошмар. 125. Ну, так-то неплохо. Еще кошелечка 2. Поплыли. Так, я, получается, был там. Бляха-муха, вот начал же с середины, а? Ну вот только я, походу, так могу тупо начинать с середины. Чтоб мне потом и туда пришлось плыть.
Кстати, интересно, а есть вот тут ласты? Ну, типа, чтобы быстрее плавать, все дела. О, сундук. Здорово. Тихо. Ну и... гадость. Тупо, короче, нырнул на дно, нашел сундук для того, чтобы залутать там стул. Звучит абсурдно. Вот и я так думаю. Но я залутал. Так. Так, сеструля, мать твою, за ногу. Ты это, того, за мной идешь? Атаковать могешь? Ну и ладно. Пока тебя дождешься. Ой, ёп, ты ж, очнулся дебилоид. Так, вяленая дичь, мех, рыба, трофей. Изучаем что? Древняя лебурийская вытяжка из алоэ. Вот это уже интересно. Хилка — это всегда хорошо. Это я прям удачно зашел. Так, что-нибудь могу здесь юзать? Здесь тоже ничего. Ну, думаю, мало ли библиотек, все дела, вот это вот и все. Ага, вот она, оно и так видно. Блин, теперь даже интересно, сколько она восстанавливает и что стоит, что самое главное. Так сказать, немаловажно. Ныряем. Точно здесь ничего нету? Потому что меня потом жаба будет душить, что я не прошелся, не залутал. Но если есть стулья, то стулья мне не надо. Спасибо. Так. Я был там. Я вон там не был. Там не был. Ну и дальше посмотрим. Да уж, светло здесь просто ужас как, нет. Самая проблема — это темнота. Здесь очень темно. Здесь прям чертовски темно. То есть ты, если пытаешься что-то разглядеть, то нифига не видно. Даже если пытаешься. Фу. Так, у тебя там ХП не отнимается? Отлично. Куда пошла? Иди сюда нафиг, тупое создание. Ой, ужас-то какой. Ого. А, это большая рыбина? Вот это уже интересно. Ну сюда иди. Ой, ёпанцы-то. Не-не-не-не-не. Вот, идите нафиг. Ненавижу вас, вот с арка. Пиявки, вашу мать. Так, вот иди его мочи. А я пока смотрю, что с этих можно добыть. Ничего? Да ёп, твою ж за ногу. Ох, прям разошелся, так разошелся. Так. Но я скажу вы все равно, то есть хоть каким инструментом я добываю единицу. Так, поведение. Ковать всех. Вот, красава. Надумалась достать оружие сама. Так, о, табличка. Добрый вечер.
Глубоководный лов? А это случаем не ловушка? А, точно, вот она, ловушечки улучшенные. Вот не трофеечки могу делать, ловушечки улучшенные. А, в чем в них плюс? А, вот эти вот рыбы, которые добываются, типа мурены и так далее, они кайфовые. То есть их варишь, они уже... Не, ну рыбина просто огроменные. А, они уже дают какие-то определенные статы, типа там улучшение урона вроде бы, еще что-то там. В общем, короче, они уже просто тупо вареная рыба, типа кайфовые. Так, ну здесь ничего нету. Но, ну блин, кайф. Даже сюда просто занырнуть. Уже оно того стоит. Чем мы здесь? Алоэ выучили, ну, типа новую выжимку. Потом что, вот сейчас ловушки улучшенные. То есть, как бы, не кисло, не кисло. Надеюсь, это мое чудище, вот это вот, не будет тупить и сам сюда придет. Я очень на это надеюсь. А, почему? Потому что уже были инциденты, когда она застревала, потому что она кого-то пыталась атаковать, я ушел дальше, типа, если что, ко мне тпхнешься, а она не тпхалась, пришлось возвращаться. Вот я про что имею в виду. Так, ладненько. Здесь у нас ничего нету. О, кстати, видали, да, карта появилась. Циферка 5. Это мы вот где-то... Ага, прикольно. Прям конкретно за территорией карты. Прям очень сильно. Конкретно. Вот и смотри, вот просто ее нету. Ее просто-напросто нету. Вот если она сейчас сюда не притпхается, это будет идиотизм полный. Это будет из разряда, да лучше бы я тебя тупую тварь с собой не брал. Только с тобой больше возни. А, не, о, слава богу, красава. Хоть в этот раз ты меня не кинул, как в прошлый раз это было дело. Так, ты работаешь, ты работаешь. А, кстати, выжимка... Да, все нормально, урон спутников работает. Тихо, погоди. Кого там атаковать собираешься? Ладно, пошли за мной. Сделаем так. Да все, тупое ты создание, твою мать, иди за мной. Вот, вот этого атакуй. Атаковать на кого-то собирается. Ай, да ёб твою ж за ногу. Ну, допустим, пригодится. Самое что смешное, с ней добывается человеческая плоть. Типа, это реально вот те вот лемурийцы, которые сверху, которые это переродились. Вот. Ну, это мое личное предпочтение. Так, ну-ка, погоди-ка. Поведение. Никого не атаковать. Ну вот и ответ. А вот теперь можешь атаковать. Как говорится, дебилы сами себе приговор подписали. О! Неплохо. Вот это что такое? Радужная чешуя. Это я удачно оттуда вышел. А я еще подумал, а что будет, если она закроется? Типа, точнее, а закрывается она или нет? Закрывается. Запомнили, подчеркнули. Так, лутаем, лутаем. Лутаем, все лутаем.
И валим отсюда. Ай-яй-яй. Давай туда. Я тебе пока открою. Не, нормально, и ты их выпускаешь, а они, короче, такие: о, я не хочу выходить, я хочу тебя убить. Ну и сдохни нафиг. Средние сапоги, пускай будут. Так, у тебя здесь ничего не было. Готовая устрица, ну, нет, точно не она. Ладно, погнали. Опять будет полуторачасовая серия, по ходу дела. А чё, рычаг только там, что ли? Ну это даже не смешно. О, погоди. Там что-то было интересное. Чучело гориллы. Прикол. Готовая вкусная рыба. Так, ладно, 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 давай. Вот ты молодец, ты красава. Ты знала, что надо, короче, вот это все валить. Поэтому возвращаем тебе мочи всех. Без разбора ты никого не убиваешь, проверено. Так. Ёпта, вы же за ногу. Опять с одного рук. С одного труба. Трупа 1000 рук. Ой, ты ж нифига себе, эти трофейки сколько стоят. Кстати, кажется, держи. Пускай у тебя будет. А, здесь где-нибудь есть рычаг? Я рычагов больше не вижу. Это у нас спуск какой-то вниз. Это что, реально один рычаг на все эти, что ли? Какая ж тупость. А если я там застряну? Вот дойду и застряну. Это что за тупость? Погоди. Не все спиздил. Украл, в смысле. Ну, ведь по факту же. Я хоть там что-нибудь нормальное-то тырю-то. Крепкий чай, медовуха, пиво. Не, нормально они так сидели. Колючая деталь для оружия. Это вроде на урон. Слушай, нормально так сидели. Пиво, чай, вот это вот, а все. Так, вот это вот точно надо выкидывать. Нифига себе, я до сих пор храню. Чё я сразу не выкинул? Так, погоди. А можно ее как-то зафиксировать? Пожалуйста, да. Ой, по микрофону ударил. Я даже проверять не хочу, если я там останусь, что будет. Ну честно, я даже проверять этого не хочу. Магические залои. Ладно, погнали. Ну это тупость, это честно, это тупость, когда есть F1 рычаг реально на всех. Ну, потому что здесь я рычагов больше не вижу. Значит, это реально один рычаг на всех. Не, если не так, напишите в комментариях. Я только буду за, если вы меня поправите. Потому что...
Это как минимум будет логичным. Ой, добрый вечер. Да ёпарас это. Да возьми ты уже оружку в руки, дебил. Пахел машешь. Почему я думал, что оно у меня убрано? О, такой не было. Значит, не показалось. Есть что? А если найду? Да, вроде нету. Погнали дальше. Это вот этот факел изучить, типа этот, на кости который. Он у меня, вот, светящаяся палка, он у меня изученный, да. И чё, я типа туда должен прыгнуть вниз, что ли? Это как-то нелогично. Ага, добрый вечер, блин. Нормас мне по хп просадили. Похиляемся. Да, так радужно, что я это... Сокровище. Хе-хе-хе. Нормас. Больше сокровища. Глиняный горшок. Ну да. Ну вот, отлично. Все трофеи по одному оставил и всяких вам выкинул. И это гнигислый инвентарь освободился. Хм. О! Почё? А, так я его... Это не изучение, это... Я его подобрал. Хы, прикол. Так, погоди-ка. Он как будто бы ярче светит. Хм, интересно даже. Ну, допустим. Да, вон рыбёха. А, это рыбёха, это босс? Вроде бы. Вроде бы это босс. Но это не точно. Не, вот такой спуск, конечно. Поломай себе ноги к чертям собачьим. Это еще та редкостная гадость. Так, вытяжка. Ну, зато теперь понятно, зачем мне столько вытяжек из алоэ давали. Слабые, но зато рабочие. И на халяву. Так. Да. Короче, без вариантов. В атаке! Берсерка! Да, лифт у вас, конечно, явно сломанный. Так, тут ничего нету. Тут ничего нету, отлично. Ладно, берсерка, я не знаю, где ты. Но, если чё, меня пиздят. Ну это же тупая дура была недалеко. Рыбёх, конечно, размеров внушительных. Даже интересно. О, красава, наконец-то. Я думал, ты там вообще, короче, где-то потерялся. Ща помогу тебе, не ссы, прорвемся. Так, слышь, я тебе сейчас вот это вот постреляю. Я тебе постреляю. Серьезно? Добей. Стоять. Все, давай, мочи нафиг.
На тебе по заднице. Козёл. Козёл. Ладно, давай все трофейчики пока соберем. Очисти это королевство. Да ёб твою ж, все кнопки перебрал. Вообще-то мне вот чешуя нужна была. Отлично. Чистить. Так. Что мы в итоге имеем? Здесь у нас какой-то еще жрец. Сама серьезность. Да тихо ты! Ну, меня-то за что? Воу-воу-воу! Да она резкая! Вот давай, короче, вот без этого. И уже давай, вот не на меня переключайся. Спасибо. Нифига себе она резкая! Красава. Все залутаем. О! И это... О! Рыба свинтила. Вот скотина. Обосралась и свалила. Ключи! А это какие ключи? А это случай мне вот эти... Ой, не вот эти вот ключи, которые я, типа, это... лутал с боссов. Напишите в комментах, если это вот здесь также ключи с боссов лутаются. Роскошный маленький. Вот, роскошный. Возможно, возможно, возможно. Не спорю. Так, что у нас здесь? Интересно. А что у нас там? Это разные локации, да? А здесь пустыня. То есть... Интересно. Так. Ну, давай. Вот сюда. Там пустыня, там понятно. Давай сюда. Ха! Вот это вот мне что-то не понравилось. О! Это... Интересно. То есть я, получается, обратно вернулся, да? Ну-ка, давай назад. Во-первых, я не все посетил. А во-вторых, мне интересно теперь, куда второй вход ведет. Точнее, выход. Страдаю идиотизмом. Так, из того, что я не видел, здесь еще один сундук. О, это что такое? Стоячий факел. Так, допустим. Неплохо. Ладно, допустим. Кстати, вот они все мурены, вот эти вот тут плавают. А еще что-нибудь здесь есть? То есть это вот прям сейчас то, где я не был. О, сундук. И не один. Отлично. Больше золота. Золотишко и серебришко. Почему бы и не залутать? Не, копье на подводном дыхании прям вообще огонь тема. Прям ух. Это то, что нужно. Как говорится, не помню, где я это увидел, что... Увидел-услышал, что это нужно. Но эта штука однозначно нужная. Прям перед этим данжем, то есть... Ну, опять-таки же, на подводном дыхании ты только здесь лутаешь. А дышать под водой нужно долго. Так что, да. Норм тема. Не, может там есть какие-то другие способы, типа, туда-сюда плавать и так далее. Кстати, видали, как светло? Видали, как светло? Потому что я занырнул, это, ночью. О, тогда ночью, а сейчас днем.
Вот и все, поэтому сейчас светло. А... Ага, не переместиться, отлично. Так. Юк. Чё-то такие жесткие все прям. А я такой косоглазый прям. Отлично. О, это что такое? Щит. Жемчужинки еще. Так, ну давай, лутать все, короче, вот это вот. Явно легче мне потом разобрать. Я еще хочу все алтари до завершения сезона это изучить. Точнее, улучшить. Чтобы они все были улучшенные. Так, здесь ничего нету. А то бывает такое, типа там на всяких бочках лежит, типа как на столе все, что-нибудь. Оп, отлично. А лемурийский щит, лемурийский меч. Отлично. Еще дополнительные оружки. Оружки дополнительные появились. Да. Не, конечно, я мог все это сразу пройти, но кто знал, что я иду сразу в нужном направлении. Вот честно, я думал, что я как раз таки иду не в нужном направлении, а типа потом назад вернусь и все, доизучаю. Но оказалось точно наоборот. Я сразу шел почему-то в нужном направлении. Да. Ну, опять-таки же, да, можно, кстати, еще этих подлутать. О, так и знал, что в развалинах будет сундучок. Оп, золотишко, золотишко. Больше золотишко. На всех затонувших кораблях всегда было золото. Много золота. Да, здесь я уже был. Так, а вот здесь я не помню, наверху я был, не был? Или я вот там понизу и ушел туда дальше. Так, ну а по сути, больше ничего интересного там и не было, да? А, в тех. Ну, сундучки, это понятное дело. Типа, можно пройтись по ним, полутаться. Ну да, слушай, или был здесь? Не. В текстуру он провалился, конечно, прикольно. Полудитя. Да, дочь, то есть конкретно превратившаяся в рыбу. А полудитя это еще типа туда-сюда. То есть все. И уже не человек, но еще не рыба. То есть вот. Поэтому полудитя. Прикольно. А... Ничего здесь нету? Хм. А, вот на табличке. Трезубец. Вот это уже интересно. Ну, это понятное дело, что это просто тупо копье. Ну, интересно. Так. Ну, а дальше уже то, что я уже посещал. Ну, можно посетить еще раз. За кадром. Прикольно. На дне есть такие растения. И вот от них источает вот это облако, и оно наносит яд. Интересно. А, просто решил сплавать по дну. Может быть, что-то есть? Нашел только яд. Да. Но прикольно. А здесь всегда, по ходу дела, всякая мебель, да? О, хотя не, вот эта стойка прикольная. Настенная вывеска. Ну, допустим. Не всегда всякое говно здесь дропается. Нужно быть повнимательнее. Видите, третий слот пустой. Я его запустил. Я не увидел, что у меня этот
Он экипированный, и я его запустил. Благо, когда ты запускаешь, то... То есть все, что ты запускаешь, находится в трупе. Это просто... Я чутка такой прям подпересрался. Нужно быть аккуратнее. Очень аккуратнее. Чё-то какая-то херобора начинается. Еще недавно было все кристально чисто, хорошо все видно, а тут такая буря. Не, ну, теоретически по этим координатам может в легкую идти буря. Песчаная. Но здесь? Под водой? Прям очень сильно смахивает на песчаную бурю. Ёб твою ж за ногу, господи, прости. Какая тупость. Ну это прям реально смахивает на песчаную бурю. Но видите, эффекта никакого нет, потому что я под водой нахожусь. Но это просто ёб твою ж мать. Если чё, вот чё сейчас вы видите, то же самое вижу я. Благо, дыхание под водой бесконечное, а то нифига не видно. Я просто хотел туда к постройкам подплыть поближе. И стал к ним ближе подплывать. И это... И что-то начало вот так все плохо видно остановиться. Я очканул. Я думал, я к какому-то краю подхожу, я сейчас там сдохну. Да. Ну, так бывает у меня. Вот, поднялся из воды. И вот такая вот жопа. Блин, ты хорош у меня стопать. Вот такая вот какая-то непонятная фигня была. Хуй, кошмар. О, я где-то еще одно сокровище добыл. Мало того, что этих три штуки, так еще и рунный камень какой-то добыл. Эй, да я могу много чего добывать. Интересного. Хе-хе-хе. Да, это фигня. Я знаю. Светящийся стоячий. 10? Неплохо. Потом обязательно постоим, повскрываемся. Сколько всякой гадости я залутал. Многовесящий. Но у меня есть чудо-раб, который, если чё, смело вметит в себя какие-то предметы. Ладно. А ведь реально другого спуска-то никак, да? Кроме как вот так вот падать вниз. И самое главное, здесь не зацепиться никак. Да уж. Чисто бах и минус ноги. Бах и минус ноги. Ай, кошмар. Кошмар. Ну да, вот он. Клетка лифта. Клетка лифта явно приземлилась неаккуратно. Хм. Кстати, а двери уже открыты. Хотя вот он. Тогда они были закрыты, сейчас они открыты. То есть здесь все живы. Но двери уже открыты. То есть они типа... Один раз открываются, потом они всегда открыты. Ага, как только мы ее валим, и он сразу такой: а, ну все хорошо, я умываю руки. Прикольно. Ну, хорошая, чистая человеческая плоть. Отлично. Да ё-моё, во, отлично. Ну, теперь я точно могу сказать, что я везде побывал. И идем в пустыню. Посмотрим сейчас, где там вылезем. Ой, да ладно. Около дома. Да ну нафиг. Здорово. Ну вот начал буянить. Ну вот, точнее, начала буянить. Ну ёп, РСТ, ну что так-то сразу?
Кстати, что у тебя вообще? А, вежливые аплодисменты. Так, поведение, охранять меня, вот. Теперь тише, спокойно. Хм. Ну, теперь вот этому разрушенному, разрушенной лодке есть какой-то смысл и оправдание. Ладно, погнали до дома. У меня перевес большой, так что легче до дома просто дойти пешком. Тем более тут недалеко. Ха, всего-то было чуть-чуть куколок лишних и делов-то. Немножечко пробежался, понял, что меня это раздражает. И решил проверить. О, стакается. И решил проверить, а можно ли как-то сводить инвентарь. Да, получилось, что можно. Глаз с этим, табличка таркетом. Вот такие вот пироги. В общем, прикольно. Прикольная локация. Все сделано прикольно. Единственное, что, понятное дело, для моих характеристик это уже, ну, скажем так, слабенькая локация. Что логично. И раб у меня жесткий уже. А, ну да, 5. Точно. Я же это с чистки. С чистки притащил еще одну. Да, прикольный такой этот, типа такого. Паучок здоровый. Что будет дальше? Посмотрим. То есть, либо пойдем в Серебряную башню. Сколько? Вот, да, 30. Фу, господи, а я уж подумал, 80, думаю, ну нифига себе. Ну, хотя 30 это тоже уже почти ап этого всего непотребства. Вот, в общем, в следующей серии посмотрим, что будет. Либо пойдем в Серебряную шахту, либо пойдем чистить. То есть я переделаю свою защиту. Так, не защиту. Казну. Перестрою казну. Посмотрим, что как где. Возможно, мы устроим какую-нибудь другую чистку. То есть хотя бы левел 5. Конечно, да, максимальный левел устроить чистки было бы неплохо, но я боюсь, не вывезу. Нужно будет обязательно рабов приодеть хорошо, хотя бы в такие же доспехи. Для этого нужен звездный металл. И нужно будет прокачать их все. Но это уже будет потом. Да, подохнут они, конечно, немало. Но если все получится, то будет очень даже неплохо. А, может и не подохнут. Ну а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. Кстати, да, я же забыл. Ой. Забыл. Во, тяжелый кошелек. Сколько всего золота я с них. Так, разгрузил немножечко, скинул лишнее. И давай смотреть. 69, 20, 84, 46, а, ну да, лучше так, 31, 83, 24, 60, 77, 23, 23, 83, 33, 97, 35, 51, 45, 61, 34, 67. Ай, разделить нажал. Это уже не то. 418, 629. Етишкина радость. И, кстати, что я тут заметил, вот эта навигационная карта тоже сокровище, жемчужина тоже сокровище, даже серебряный порошок и золотой порошок это тоже сокровище. Обалдеть. Такие вот дела. Ну вот теперь точно уже все, пока.